Видите, какой мячик я скатал? Давай сыграем моим цикача, а? А МЦКача у нас всегда кончается дракой. А МЦКача можно сыграть. Это мирная игра для тех, у кого страха нет. Этот эпизод из советского многими любимого фильма «В ночь на новолуние», когда князь решает посеять раздор между жителями двух сел. И игра «Аймцекячера» стала надежным инструментом для воплощения задуманного. Ведь эта национальная игра многие десятилетия оставалась неизменной и любимой абхазами. Чем закончилась игра в фильме «В ночь на новолуние» известно, а чем начинается фильм про Аймцекячера, знают лишь его авторы. Чтобы в абхазском обществе вновь полюбили народные игры и научились играть в них правильно, Валерий Берзени от Гургунба использовали все накопленные знания. Более того, чтобы прочувствовать на себе, играли сами. Всемирный абхазо-абазинский конгресс реализует проект «Амазера», в рамках которого отдел по развитию молодежи и физической культуре занимается пропагандой абхазских национальных игр. За последние годы, к примеру, в Аймцекячера играли школьники почти всех районов Абхазии. Мы отыграли сами, смотрели, что как. И после начали ездить по селам. Наша основная задача – это местное отделение, работа по селам. И один из наших проектов был как раз показ таких мастер-классов. Вот здесь есть ребята из команды Чилоу, которые победили в этом году. Они каждый раз после того, как мы приезжали, реакция была классическая. Что это такое? Футбол любим, мы еще что-то. Но когда начинали играть, уже обратная связь была невероятная. С чулоуцами я лично приезжал сколько раз, и в дождь, и в снег бегали, играли. Это вот то, благодаря чему вообще этот проект развивается и развивается. Настоящий знаток национальных игр, журналист, директор абхазского радио от Гургунба. В период работы в спортивной редакции абхазского телевидения он реализовал проект, который, можно сказать, вдохнул жизнь в позабытые народные игры. И вот спустя годы он главный судья и тренер команд по национальным играм. Вместе с командой Абхазо-Абазинского конгресса продолжает путь по популяризации абхазских национальных игр. Алас Шабзия, Арцита и Тауб Хагирас, Радач, Кончаз, Кучаусад, Звулозиги, Дара, Гуяхор, Бейкуршоп, Идудзимкуна, Яйла Цалана, Апсуа, Милат, Хумара, Имцекачера, Цака, Азербшва, Усум, Тапа, Испхадзот, Сахар Карла, Знейра, Гисера, режиссер, Уса, Бжома, Текст и Ладзю, Недара, Алас Шабзия, Арцит. Беслан Лагвилава – режиссер 16-минутного фильма, который, по его словам, был снят всего за 10 дней, а монтаж занял около 3 месяцев. Ведь это не художественный фильм, а материал, который дает четкое понимание условий игры. В нем подробно проиллюстрированы схемы ведения Аймцекячера. Локации были в этнопарке по Сухуму, несколько локаций было задействовано, Мокашта, и там же попросили ребят поучаствовать, показать такого большого количества людей, показать, что такое Аймцекячера, и одна команда из Сухума и из Чилоу провели матч, показательный матч для всех желающих. Во Всемирном абхазо-абазинском конгрессе нематериальным ценностям, то есть наследию культуры, уделяют особое внимание. Потому впереди много планов по популяризации национальных игр, среди которых работа со школьниками. Глава Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараш Хакба отметил, что Федерация национальных игр, которая сейчас на этапе становления, будет получать от комитета всестороннюю поддержку. Очевидно, при такой активной и налаженной работе все национальные виды спорта возродятся и станут еще ценнее для всех поколений абхазского народа. Асида Малия, Камила Джопуа, абхазское телевидение.